Спортивные соревнования, фотосушка, выступления рок-групп и прочие развлечения. В Апатитах с размахом отметили праздник молодых. Особенностью Дня молодежи в Апатитах стало то, что большую часть программы сформировали юные апатичане, благодаря чему праздник получился от молодых и для молодых. Как это было, увидел наш юный корреспондент Евгений Киршин. Празднование Дня молодежи в городе Апатиты в этом году можно было условно разделить на две площадки. Первая – традиционная, около городского дворца культуры. А вторая – это фестиваль уличной активности Street Station, проходивший за библиотекой имени Гладина и на площадке спортшколы «Олимп». У дворца культуры гостей праздника встречает палатка со сладостями и аттракционы. Хорошее настроение апатичанам дарят активисты молодежной организации АО «Апатит». Они раздают воздушные шары, а специальная машина веселит всех мыльными пузырями. Сегодня у нас старые игры. Это мы сделали классики, городки, площадка с квадратом, игра такая старая, и резиночки для девочек. Обычно раздаем за день 1500 шариков. Перемещаемся дальше и за библиотекой имени Гладины попадаем на одну из самых красивых площадок. Под живую музыку Анатолия Гробчака и Юрия Кругликова проходит фотосушка. Идея – обмен фотографиями между любителями и профессионалами. Здесь может прийти любой желающий, принести свои фотографии и повесить на бельевую веревку прищепками вместе с каким-нибудь крутым профессиональным фотографом, например. То есть и люди, которые ходят и оценивают фотки, могут потом забрать твою фотографию, потому что она им просто понравилась. Буквально через несколько шагов встречаем ребят, играющих в старинную игру «Сокс». Далее бои подушками. Правила просты. С каждым новым уровнем добавляются новые трудности. В четвертьфинале палки, в 1-2 водные пистолеты, а в финале вопросы, на которые нужно ответить. Не отвечаешь – не можешь бить. Вот как отреагировала на победу в нелегком бою девушка Алина. Тактика – стоять и делать меньше движений до тех пор, пока не увидишь, что соперник начинает немножечко колебаться. И вот тут нужно его добивать. А на площади УДК в это время состоялся флешмоб красок Холли, после чего началась дискотека. А на площадке спортивной школы «Юность» – выступление рок-музыкантов.